Так. В общем, после серии посылочка та оказалась со сюрпризом взрывным. Да, Макаров что-то все продумал очень сильно. 6.22 по Гринвичу по всей Европе прокатилась волна химических атак. Повторяю, Даунинг-стрит находится в радиусе заражения. Отбой! Это называют ужаснейшим терактом в истории. Это штаб Гигн! Мои люди мертвы или при смерти! Говорит Рамштайн, нас атакуют! Принято. Мы знаем о газовой атаке и направили к вам войска химзащиты. Рамштайн? Это не газ! Нас атакуют сухопутные войска русских! Повторите, Рамштайн. Какие русские? Русская армия! Требую подкрепления немедленно! Свидетели сообщают о русских танках на Елисейских полях. Это был не теракт. Целью атак была нейтрализация нашей обороны и подготовка вторжения. Надо врезать им сейчас всем, что у нас есть. Сэр, мы потеряли связь с представительством в Гамбурге. Металл 01, командующий Оверлорд на связи. Направляйтесь в Гамбург. Операция по освобождению важного заложника. Кто это? Вице-президент. О! А как он нас спасти? Но понеслось. Важная персона. 6 октября 13.01. Спрос, Дельта, Гамбург, Германия. Это Еликс-2-3. В одной минуте. Понял вас, 2-3. Подбили верхушку. Повяжу. Так, столько рыбы. Бежит и зря. А можно будет пожарить бы. Чем я пошел сюда? Блин. Готов! Не зарашил. Минус танк, отлично. Опа. Готов! Ложусь на цель!
Такая чистая. Да, из русско-американского конфликта это уже настоящая третья мировая война началась, товарищи. Это плохо. Это вот создание стреляли. Блин, опять гранаты. А блин, можешь не говорить, а то хотя бы в общий чат, а? Так, ладно, давайте. Вот там стреляет, слышит. Чё, шутка, крабы, а кто зовёт? Опа. На крышах там покурщики бегают, малолетки. А, блин, сорян, пацан, извини. Не хотел стрелять. Ой, блин, у меня же гранатомет-то есть. Блин. Где цели? Верхнее здание напротив, сыво туда! Заряжаю! О, сейчас постреляем с танка, точнее с пулемета танка, окей. Готов!
Снова пулемет. Стимулятор больничка. Это наш. Готов! Давай, поехали. Это только вперед на пролом. Испугались. Да. А, блин, перегрев тут есть. Да ну нафиг. Я мы навеем суету, вы хрена. Поехали! Они бежали вглубь гаража! Ну что, давайте уже хотела! Давайте быстрее! Не дайте сюда служить! Я встречаюсь! О! Классно! Блин, опять меня убил. Да что ты будешь делать-то? Они бежали вглубь гаража. Ну что, давайте уже это дело. Давайте быстрее, не дайте себя окружить. Давай вчит ту машину, которая, возможно, была в кредит еще добавлю. Ты там сдохнешь. Еще одну группу направлялась сюда. После тебя, 2-3. А! Ох, блин! Не то слова, ах ты, блин! А? Ой, блин! Ага! Понимаете, я человек! Когда на тебя машина падает, так это... Жесть! Отсюда бегом, так что не отдавайте, пошли! Вырубите сигналку, пожалуйста. Красным датчиком колонна в 500 метрах от вас. Доберитесь туда побыстрее и займите периметр. Ух ты! А, это наш танк, окей.
Это обычный калаш, а мне нужен необычный калаш. Опа, винтовочка. Танк уничтожен, что ли, да? Я быстрее тебе. Машина там взорвется, небезопасно тут стоять. А, это ты со мной, блин. Проверьте машины! Так, вроде мы, наверное, дошли, и как? А ты чё, парень, в шоке, не видишь, что как ходит? Да тебе говорили тихо, блин, а? Ну поехали штурмовать. Старым бы... Тасти, мы вас... Смотри на меня, смотри на меня! Это он! Оверлорд, вице-президент обнаружен, мы готовы к эвакуации! Вас понял, на один, молодцы! Раптор 4 на подходе к месту! Страх, Грич, человек у нас, движутся к площадке Нептун! Встретимся. Ух, спасли, там. Слава богу! Чудно! Похоже, первый раунд за нами!